Дворец спорта «Триумф» вновь собирает спортсменов со всей Московской области. В городском округе Люберцы прошли областные соревнования по чирспорту. В них приняли участие почти 2000 спортсменов из 58 клубов. На конкурсе работала Анастасия Кладинова. Кричалки, прыжки, поддержки и трюки. Резолют вошел в число команд, которые представляли люберцы. Коллективу всего 5 лет, а его участницы уже неоднократно завоевывали титул чемпиона всероссийских соревнований. Милана Кондратьев была гимнасткой, но узнав про чирспорт, решила попробовать себя в этом направлении. В тот момент я занималась художественной гимнастикой и пришлось как бы выбирать что-то одно, и я все-таки выбрала чирлидинг. Мой коллектив очень дружный, я его люблю. Абсолютно за все. Мы друг друга поддерживаем в любых ситуациях, что бы ни случилось. Сейчас в коллективе занимается 46 детей, а 30 из них состоят в сборных Московской области и России. Во главе перспективной команды тренер Оксана Матвеева. На этих соревнованиях подготовила 5 номеров в разных номинациях. Тренировки у нас проходят 4 раза в неделю, по 3 часа это у основного состава. И на самом деле многие спрашивают, в чем ваш секрет сильной программы, но мы просто много трудимся и любим то, что делаем. Это весь секрет. Участницы выходили на площадку с групповыми и сольными номерами в категориях хип-хоп, джаз, стант и фристайл. Полина Сиротенко и Софья Ленева выступали в категории дуэтов. Они представляли команду «Лео Чир» из Котельников. Мы выступаем с командой и двойкой. Мой любимый элемент, наверное, вы не поймете, но рандат фляг-бланш. А мой любимый элемент – это типа флажок, это когда вот такой вот элемент. Зрелищный вид спорта чирлидинг объединил в себе элементы разных направлений – хореографии, художественной и спортивной гимнастик. Выступление каждого клуба длилось от 1 до 3 минут, а оценивали спортсменов 22 профессиональных судьи. Самое главное – это техническое исполнение. Также мы оцениваем работу хореографа, то есть у нас есть такой блок, как хореография, музыкальность, в то же время синхронность, ну и, естественно, общее впечатление. Самое главное, да, – это техника. Помимо участников из Москвы и области присутствовали клубы из Иркутска, Твери, Волгограда, Владимира и Красноярска. Команды, занявшие призовые места, прошли в следующий этап – всероссийские соревнования. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.